Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и сейчас я покажу вам, как посмотреть Яндекс Транспорт на компьютере. Для этого нам понадобится ввести поисковый запрос Яндекс Транспорт в поисковой системе Яндекс. Если у вас нет вот такого блока, можете просто зайти на сайт yandex.ru. В адресной строке ввести вот его. И вот в поисковой форме вводим Яндекс Транспорт, к примеру, выбираем Воронеж. Щелкаем вот здесь «Транспорт на карте», «Остановки и расписание» или «Общественный транспорт Воронежа». И вот приближаем. И вот они, наши автобусы, троллейбусы. Движутся тут. Вот, собственно, и все.